Американский штат Делавэр планирует использовать блокчейн в правительстве. В штате Делавэр, известном своими акционерными предприятиями, официально подписан закон, разрешающий использовать блокчейн для торговли акциями и ведения учета. Как сообщает CoinDesk, губернатор штата Делавэр Джон Чарльз Карни подписал законопроект после того, как его предшественник Джек Маркел в мае 2016-го выступил с инициативой по продвижению блокчейн в правительстве. Официальные лица считают это решение историческим, подчеркивается в сообщении. Закон позволит использовать распределенный реестр для хранения, выдачи, погашения и торговли акциями.